Очень положительно. А почему? Ну, инвестиции, во-первых, придут, во-вторых, для молодежи это самое то, что, может быть, мы продвинемся вперед в интеллектуальном, спортивном, физическом развитии своем. Положительно. А почему? Так, потому что это наша область. Вот поэтому. Просто здорово, Олимпийские игры в нашем губернском городе. Почему плохо? Мне нравится. Приедет молодежь, да, это же бонус такой, и спортивным состязанием. Ну, в общем, я считаю, что это хорошо. Да, нормально. А чем это хорошо для края? Ну, почему? Развитие малого бизнеса будет, наверное. Ну, будут приезжать люди, будет торговля. Угу. Плюс, может, дороги сделают. Шикарно, здорово. А почему? Почему? Да просто гордость за свой край. Вот поэтому. Хотели бы съездить? С удовольствием бы съездила. Людьми? Пусть проходят. Согласен. Это круто? Нормально, может даже съездить будет. Олимпийские игры, правильно? За 200 километров. Ну, неплохо. А чем? Ну, не знаю, чтобы больше туристов приехало в город. Разнообразить хоть. Сюда будут приезжать тоже, почему и нет. Отлично, классно, здорово, прекрасно, круто. Я считаю, это очень главное, хорошо, потому что спорт – это главное в нашей спорт жизни. Спорт – это жизнь. Мы за ЗОЖ.